كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم المواسم التي يأتي فيها الناس إلى مكة سواء كان للحج أو للعمرة أو للزيارة. Пророк алейхиссалату ва ссалям использовал в призыве вот те времена, когда люди приезжали в Мекку для совершения хаджа или совершения умры, посещения запретного дома Аллаха. Пророк алейхиссалату ва ссалям подходил к представителям племен и предлагал им ислам. И он искал тех людей, которые будут помогать ему в донесении, распространении вот этой религии. من الأوس والخزرج وهؤلاء من أهل المدينة. Так продолжалось до тех пор, пока не встретился пророк алейхиссалату ва ссалям с людьми из Медины, представителями двух племен Аус и Хазрадж. نعم. وكانت البيعة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. بايعوا على نصرته. И эти люди дали ему первую присягу. Они присягнули ему, поклялись ему в том, что они будут помогать ему. نعم. وأن يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يتعرض له لا بالقتل ولا بغيره كما يحافظ على أولاده وأموالهم. И что они будут оберегать пророка алейхиссалату ва ссалям, чтобы никто не мог причинить ему вред, так вот как они оберегают своих детей и свое имущество. رجع هؤلاء إلى المدينة. Эти люди затем вернулись в Медину. ثم عادوا في العام القادم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية. Потом они на следующий год снова вернулись в Мекку и присягнули, дали пророку алейхиссалату ва ссалям вторую присягу. После этого пророк алейхиссалату ва ссалям начал подготовку к переселению из Мекки в Медину. После этого начал распространяться в Медине ислам, и сподвижники из Мекки стали переселяться в Медину.